начался ремонт дорог, бывает на разных мероприятиях. Молодец, женщина. Вот нужно взять в свои руки, а мужикам-то вообще делать нечего, только балабонят. Балабонят – это камень о местных депутатах, которые устроили на одной из сессий, по словам людей, настоящий цирк, обезглавив район на 17 дней. Вы в натуре скоты, оказывается. Вы вообще идиоты. Люди-то что о вас думают? После народные избранники схватили за голову. Подписывать ряд важных документов стало некому. На внеочередной сессии они положили конец анархии временно, до 4 сентября. Народ, в принципе, в массе своей, они поддерживают нынешнего исполняющего обязанности, проявляют симпатии определенные. Общественники записывали в свое время когда-то разные видео, чтобы оставили Евгению Гордиенко. У депутатов есть к ней вопросы, и, в принципе, вопросы, ну, не на пустом месте, да, о расходовании средств, выделяемых из краевого бюджета. Возможно, скоро вместе с новым главой вопросы отпадут. До 20 сентября принимаются заявки от кандидатов на пост главы Каменского района. Правда, документы пока никто не принес. Потому что достаточно многое количество людей, которые бы, может быть, и готовы были бы на себя взвалить эту ношу, не хотят окунаться вот в эту грязь, склоки и скандалы. И именно, например, в этом в том числе лежит та причина, по которой до сих пор пока ни один кандидат не сдал документы в комиссию. Не заявилась на конкурсный отбор и исполняющая обязанности главы муниципалитета Евгения Гордиенко. Источники, которые хорошо знакомы с ситуацией, сообщили, на новый срок она не пойдет. Однако сама политик в телефонном разговоре не была так категорична. Вы будете подавать документы? Слишком преждевременный вопрос, еще не рассматривала. Но вы хотите этого? Я пока не готова ответить. Пока одни думают, сомневаются, решаются другие обычные люди. Ждут и мечтают, что их район возглавит тот человек, который принесет реальную пользу району. А все политические распри останутся в прошлом. Но пока из-за них дефицит всего. И особенно кадров на разных уровнях. Можно бы хотя бы врачей как-то к нам в камень привлекать. Врачей-то у нас нету. Это же ужас. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком.